Третій читає стихи. Булыкин и Даша. Второй А-класс. 8 лет. Город 7. Гном решил украсить дом. Гном решил украсить дом елкою на праздник. Был то гном весельчаком, но большой проказник. Присмотрел в лесу своем елку он повыше. Только жаль, не входит в дом елка выше крыши. Не беда, смеется гном, между веток колких будет мой чудесный дом украшением елки. Под серебряным дождем лишь шаров, хлопушек ты заметишь сразу дом ярче всех игрушек. В доме том живет сам гном, весельчак, проказник. Он за крохотным столом ждет друзей на праздник. Спасибо.